Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на желе со вкусом вишни из магазина Лента. То есть вот такая вот сама лентовская, да? Товар высокого качества здесь написано. Сейчас мы с вами это и проверим. Со вкусом вишенки. Вот. Здесь сразу, кстати, мне очень понравилось написано. В одном пакетике 50 грамм плюс 0,25 литра воды, но это 250 миллилитров воды, так, наверное, было бы проще написано. Вот, мне кажется, не каждый может понять. И равно получается 300 грамм готового желе. То есть, вот это вот написано, что готово 300 грамм, то есть автоматически хозяйка может понять, так, значит, мне нужна тара, куда можно налить 300 грамм воды, да, то есть это 2-3 чашки или 3, может быть 3. Вот, ну и давайте посмотрим с вами состав. Масса 50 грамм, быстрого приготовления. Состав: сахар, желатин пищевой, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор вишни, краситель кармин. Ну, наверное, если это все перевести в Е-добавки, то, наверное, сколько-то их там будет. Так, пищевая ценность 100 грамм, Ну, здесь вы уже сами, в принципе, все видите. Срок годности 12 месяцев. Так, изготовитель Краснодарский край. В Краснодаре. Интересно, кстати, вот так порой читать. Ну, способ приготовления. То, что там нужно небольшое. Так, способ приготовления. Необходимо высыпать содержимое 25 миллилитров горячей воды. 100 прямо это градусов Цельсия воды. Быстро размешать. Дополнительный раствор. Короче, там все понятно. Ладно. Короче, все понятно. Здесь что, тоже изготовитель, номер телефона есть. Ну, как всегда, почта, да. В случае чего, если что-то произойдет. И, кстати, если когда выбрасываете такие пакетики, как правильно, кстати, их выбрасывать, да, вот есть у каждого пакетика свой номер, то есть циферка, да, буковки есть. И выбрасывайте только в то место, где тут. Тоже вот такое же указано. Так, давайте его сейчас посмотрим. А, ну да, почти бумажная. А нет, фольга вообще, смотрите, внутри. Так, высыпем, посмотрим. Что у нас, каких цветов здесь есть. Вообще-то да, внутри вон фольга. А с виду кажется, как будто такая бумажненькая, дешевенькая, да? Тут я вижу, кстати, коричневый сахар, возможно. Какие-то вот тут вот. Видно, вот желтенькая немножечко. Ну, сама масса такая. Розовенькая. Ой, вишенкой прям так запахло. Прям вишенкой. Так, ну и, конечно, мой любимый стаканчик. Все это пересыпаем. Теперь будет неудобно пересыпать. Вот и все. Это быстро перемешиваем. Так, ну, короче, с большим трудом я немножечко размешала, но все равно вот они чуть-чуть, но остаются, не полностью размешиваются они почему-то. Так, здесь я уже подготовила формочки и будем сейчас с вами разливать. У меня силиконовые формочки, хочу потом, чтобы у меня получилось все это очень красиво. Надеюсь, я еще красиво и налью туда. Опа. Чуть-чуть разлила. Опа. А, ну тут, кстати, вот в стакане, если присмотреться, вот видите, осадок остался. Короче, оно не все промешалось. И теперь все вот это вот я отправляю. Ну, чуть-чуть сейчас подожду немножко, чтобы остыло. Все-таки она горячая. И отправлю в холодильник до полного застывания. Это где-то 3 часа, наверное. Плюс-минус. И потом с вами будем пробовать. Все будет в этом же ролике. Для вас это пройдет 1 секунда. А для меня целых 3 часа. И обязательно вот тут вот подписывайтесь, будет красная кнопочка, мне будет очень-очень приятно. И напишите в комментарии, понравится ли вам такое желе и какой, что еще попробовать мне. Так, ну вот наше желе с вами готово. Наша вишенка. И давайте попробуем. Вылазит она очень тяжело, поэтому, в принципе, я не стала. Отсюда будет удобнее покушать.
Кто знает, как ее оттуда вытащить очень легко, напишите в комментариях. Потому что я не знаю, как это делать. Давайте ее попробуем. Она у нас прозрачная получилась. Такая вот красивенькая. Давайте пробовать. Вкус вишни ощущается. Прям очень хорошо так ощущается. Сладенькая. И она прям такая, знаете, хорошая. Ее можно эту вот куда-нибудь залить, да, эту смесь, потом разрезать и сделать как маленькие шоколадочки. Ну, не шоколадочки, а такие как маленькие конфеточки с сахарной пудрой. Будет очень вкусно. Такая прям она вкусненькая. Ух, как прям аж скрипит. Она прям, вот она прям дрожалка, да, как раньше меня дедуля называл. Дрожалка. Ну, такая она жесткенькая, кстати, такая жесткая, хорошая прям. Такая, то есть бывает прям вот мягкие, нежные, а это вот прям вот такая жестенькая, такая прозрачненькая. Цвет очень красивый. Давайте еще попробуем. Очень ароматная. Прям аромат вишенки обалденный. Ее можно не спеша сосать. Прям такая она очень классная. Сладенькая, такая приятная очень. Мне очень-очень понравилось. Можно ее покупать. Можно поехать прям в ленту и купить уже несколько пачек таких вкусные. Есть вкус вишни, это радует, если честно. Потому что бывает такое, что вкус не чувствуется. Например, какие-нибудь дешевые кисели. Вот. Ну и, наверное, это тоже было недорого стоило. Кто знает, напишите цену в комментариях. Вот, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, вот тут вот есть кнопочка. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное новое. Нового у нас будет очень много у нас обзоров на продукты, на технику, влоги, живопись. Много-много всего интересного, посмотрите. И всем пока-пока.